Осложнить отношения может все. Яблоко раздора, даже просто оно само по себе яблоко, и уже раздора. Собственно говоря, я думаю, что мы все уже знаем. Мы даже знаем более того, я думаю, даже у нас сейчас каждый десятый человек настолько информирован, благодаря интернету, всей его, так сказать, внутренней и внешней политикой, настолько нашпигован, что никакой уже Сноуден там не откроет нам глаза на что-то такое, чего мы не знаем. Мы прекрасно знаем, кто и где у нас локализован враг. Вот. И, собственно говоря, если он сейчас локализован у нас в аэропорту там, Шереметьево, ну давайте его возьмем к себе. Глядишь, мы его перекрестим, научим, так сказать, пройдет он у нас ЕГЭ и станет нормальным русским человеком и послужит на благо нашей Родины.